Привет, с вами Тони Дизер. Что, сегодня мы будем вскрывать вот этот вот смартфон. Вы, собственно говоря, голосовали, чтобы его открыли. Ну, давайте, погнали. Удаляем пленочки. Удаляем пленочки. Удаляем пленочки. Этот смартфон я покупал не себе. Этот смартфон куплен был родным, можно так сказать, потому что, ну, там прям совсем бюджет и все остальное. Короче, все прям скромно. И, повторюсь, он нам обошелся... Какая-то длинная коробка. Обошелся в 9 тысяч. Именно поэтому... И вы сразу видите, да, по сравнению с тем, как у нас упаковывают... Другие смартфоны, этот упакован, слушай, тяжелый, увесистый, ну правильно, здесь 5000 мАч батареи, Mediatek Helio там, и так далее, там подобное. Прикольная задняя крышка, пластик, да, но крышечка офигенная. Эти вот бумажки, эти вот стикеры, всегда не понимал, зачем их, блядь, клеют. Пусть будет здесь, зачем она нужна на смартфоне. Крышечка прикольная, 13-мегапиксельная камера. Так, на экране что у нас тут? Сначала у нас здесь идет рекламная вот эта вот бумажка. Но мне интересно, на сам экран наклеена какая-нибудь пленка? О, давай, сука. Давай. Блять, ее прям проблематично подцепить. У нее тут так настолько маленький хлястик, что это... Во, пошла. Есть. Нет, на экране у нас нету никакой пленки вообще. Поэтому сюда, конечно, нужен какой-то чехольчик, я так думаю. Но я думаю, что он идет у нас в комплекте. Ты будешь включаться? Включается. Redmi Powered by Android. Собственно говоря, все вот так вот у нас хорошо. Здесь скрепонька. И нету чехла. То есть нету никакого родного чехольчика. Здесь, собственно говоря, зарядка даже есть. Это уже радует. Так, зарядка у нас на сколько? На 2 ампера, я надеюсь. Хотя бы. А где, кстати, характеристики? Они тут написаны. 5 вольт, 2 ампера, 10 ватт. Ну, 10-ваттная зарядка, понятно, что как бы... Микро-USB. Да, в... Ага, коробка пустая. Just a sec, собственно, как всегда. В общем, ребятки, что могу сказать вам по поводу настроек. Здесь MIUI 12. Привет, посмотрим на тебя чуть позже. Что могу сказать, собственно, про сам смартфон. Мы с вами будем его смотреть уже в следующем ролике. В этом мы только распакуем и все так далее и тому подобное. Поэтому подписывайтесь на канал. Все как обычно. Я же, вы понимаете, что монетизация должна быть и так далее и тому подобное. Поэтому на этот смарт посмотрим с вами. Ни хрена, он скользкий какой-то, посмотри. Посмотрим в следующем ролике, поэтому не забывайте подписываться на социальные сети, которые есть в описании. И до новых встреч. Совсем скоро увидимся. Мы, кстати, рубрику «Первый взгляд» будем возрождать на канале, потому что это действительно будет интересно. Ну, MIUI 12 я иду. Все, до новых встреч, совсем скоро увидимся. Пока!